Сейчас расскажу просто одну теорию. Я сделал вывод, когда едешь вот по такой вот дороге со льдом, да, колотым, но куски там большие, но. И так далее, то нужна такая тактика, короче. Если ты разогнался и попер, да, там на полном газу. Через ты, руль. Ты в любом случае врежешься, да, и через руль. Я с вами. Леха с нами, да, Леха, через час тебя забинтует и на поле. Вы меня дождитесь. Промазал. Промазал, давай назад. Олег, без меня не уезжай. Хорошо, Лех. На тебе телефон. Лёх, дай телефон. Я что делал? Я, короче, катился и чувствую, когда он упирается. Я, наоборот, сбавлял газ, и льдины как бы уплывали. А потом они как бы уплывают, я опять газку, опять на них. Они опять расплываются. То есть я здесь шел такими волнами, и льдины, они в воде, если газуешь, ты в них уперся, и они не двигаются. И все, колеса скользят. Да, а если ты остановился немножко, они расплылись, и ты когда почувствовал, что слабина, нет такого давления, ну, на квадроцикл, да, газку добавляешь, и он их опять подталкивает вперед. Вот, как бы, не знаю, как это назвать способ, ну, как бы расталкивать льдины. Вот. Не, ну ты вообще как ледокол. Реально как ледокол. Ну, это будет хороший совет. Заодно посмотрим потом, что у меня там, резинки, там, сальники, пыльники, что там, короче. Может быть, что-то поранил. Это жесть. Леш, смотри, какой принцип. Ты жди пока. Блядь, копил. Пахан, иди помоги Лёше. Слушай, жди, пока льды расплывутся перед тобой. Из-за этого прямотока, блядь, у него. А? У него из-за прямотока. А что, из-за чего? Сейчас я его подтолкну. Давай. У тебя вода
попадает в трубу. Бензином воняет от него. Бензином воняет, потому что, блядь, он не горит. Охуительно встали. Бля, встали просто пиздец. Паш, то что нормально? Что ты делаешь, блядь, Паш? Ты чё, блядь? Ты что? Проедь вперед немножко, Лёх. Это последняя лужа на сегодня. Не выебывайся, не трогай. Это, давай на прицеп. Давай, брось. Не заводи, Паша. Паша, фары выключи.
проблема, да? Я что-то застал, я оттуда вычислил. Олег, лови меня! Поплыл.